Бог помощь, братья! Пошло дело. Смотрите, чтобы вас не задавило тут. Она на столбах-то тут стоит и привязывать надо. Это горох. Я говорил ему в конце там положить эти вот подушки, которые подрезали под плиты. Ну а тут у них хорошо получилось. Как посоветуете? Сначала пасынки закопать, потом столбы пододвигать. Конечно. Только так. Только вы закапывать, когда будете вплотную им прижмите, а можете не закапывать, тогда можно основание сдвинуть. Вот мы про это и говорим. Да. И как повернуть, вам повернуть надо боком к ней. Да. То есть сначала подвинуть, потом раз, да, приставить. А то вы закопать. Сейчас можете так сделать, закопать, а потом уже эту-то не подвинешь. Мертво стоит, и это мертво. Лучше не закапывайте пока. Точно вам не установить. Так его надо поворачивать боком. Вот так. Да, желательно. Ну, больше поверхности. Конечно. Не промахнетесь, мимо не пойдет. Но он хочет оттуда куном толкнуть, чтобы столб вот сюда встал, вот на это вот место. Это понятно. И она тогда прижмется и нормально. Он мог бы их и не сдвигать в таком положении, чтобы они остались. Я сейчас поговорю. Не сдвигать, а прямо вот здесь и привязать. Его выравнивать не надо, наоборот, это упор делает с наклоном. Сейчас я пойду с ним переговорю. Здесь-то давить будет вот отсюда, поэтому... Ну и что давить будет? Лучше бы... Как лучше? А там может снаружи укрепить как надо давить. А что ты думаешь, прямо будет на полградуса она давить не будет, а это вам не надо будет мараковать. Я сейчас пойду переговорю. Это он проволоку такую дал? Да, у вас шестерка есть. Я думаю, это то, которое у вас есть, этого достаточно, которое мы там привариваем. Пойду я с ним переговорю. Надо шестерку. Батюшка-то говорит, ночью то ли сон, то ли еще видел. Ты, Игорю, говорю, тебе не поправиться, ты к лагерным обращайся. Да выхожу, говорит, они все на работе уже. Значит, сон в руку. Я говорю, нет. Это не мысли считается, а молитва. Я утром только встал, у меня мысли никакой нет. Скорее к Игорю идти на помощь. Ласточки еще не улетели. Летают. Вон они. Зерноочистительная машина. Вот там проволоки не хватало, приехали, проволоку взял, все, и когда дружит, все, сейчас хомуты делать, привязывать к пасынку. Пошел.
сейчас это. Сергей, скрутку тоже надо. Или ее вырезать. Это я в хозяйстве Игоря Александровича Барабаша. Сережа! Ты что делаешь? Не надо это делать, ты же все испортил. Давай договоримся. Все испортили. Вот эти вот скрутки мы бережем. Распрямляем, а потом снова. А тут мигом раз и оттяпал башку, перепилил их. Как я вот это не люблю без советия. А куда они теперь? Никуда. Здесь то ли закрутку стоило только два раза повернуть, выдергай, и все, она бы сползла. Готово. За все время это первая, которая у нас скрутка пропала. Туда должны колоски попадать, колоски зерно. Удлините. Да. Так что вряд ли оно даже. Нужно пасму. Так, все своими силами перепилили пасынок, привезли сейчас копать, ставить сельское хозяйство, питание. Хлеб наш насущный, это об этом деле молятся, и о трактористах, и о всех. Доска упирается. Так, отпускать, она ударит туда. Все. Вынимать доску. А его ломиками подпереть, рядом поставить или как. Основание сюда, поближе. Он стоит на месте. На месте, ну и все. Столб сюда пододвинется и все. Ну этот может сдвинуться, как он. Я-то думал, вместе с ним будет двигаться. Сначала при... Вот здесь это можно как бы прихватить, чтобы он, ну, не это самое... Ну, делайте прямо как думаете. Тонкая хотя бы, да? Ну, да, хотя бы как-то. Как-то так. Не будешь же руками держать-то. И, может быть, там маленько внизу его придавить землю. Смотри, видишь как? Теперь с этой стороны глянь, когда он будет двигать. Что необходимо? Столб этот внизу не будет касаться, его не притянуть тогда. Ну так, пока так и оставить. Вот второй пасынок тащит. Все, снимайте, все.
второй пасынок. Разрезали пополам. Два пасынка. Опусти. Стой! Все. Вот так. Это заплота, тут трактор, Беларусь, тут не повернешься между столбами. Какое тут расстояние-то? Вот он сюда подъезжает к первому столбу, надо этот ставить. Да. Так, доска. Володя где? Он идет. Так, иди, поднимайте. Никита. Стой. Стоп. Подальше маленько от столба. Вы туда тащите его. Прямо напротив ставьте, вертикально, чтобы. Ровно-ровно по столбу примерьте, чтобы там передвигать намного труднее. Смотри как. Так, доску уперли. Все, доску вынимай. Теперь видно будет. Следующий ставить надо. Убирай проволоку-то с дороги. Так. Доску вставляй туда вот. Да. Какая глубина? Глубина какая тут? Вот. Все, хватит, давай. Доску вставляй. Ее надо убрать вот. Давай, убирай. Поближе к столбу. Все, подносите. Унесете половинка. Только тут какой надо? Небольшой? Только надо брать его разгрузить. Да, Никита, направо заходи. Так, поверните. Ой-ой. Теперь выровняйте ровно его туда. Поднимите. Сережа, оттуда поруководи. Прямо напротив столба, параллельно, чтобы шла. Видишь? Иначе он... Там не сдвинуть его ломиком-то. Абсолютно ровно делайте. Еще чуть-чуть. Все. Поднимаем. Поднимать. Так, все. Теперь посмотри, как подходит. Вытаскивай доску. Все, поет. Хорошо сделали. Молодцы. Игорь там уперся. Теперь надо узнать, что там будет делать. Как? Он задом будет. Он там, нет? Или ушел? Кто там, тот? Да нет его здесь. Сейчас я пошел. Я пошел к нему. Все, он сейчас придет, посмотрит. Иди посмотри. Главное, там вот тот угол-то тот не сдвинулся с места. Я-то думал, он меньше будет, а не так. А вот этот. Тот на угол тогда пойдет. Так, давайте, кто будет командовать? Ну проверь все столбы. Вот этот, да? Да. Ну что, не будем доски отрывать? Ну Сергей сказал, не надо. Я трижды говорил, надо. Он говорит, про доски отрывать. Что? Доски, без досок вам, с досками вам не закрутить. Закрутка с двух сторон делается. Почему? Если с одной будете крутить, ну делайте с одной. Вот эту вот одну доску. Ну не открывай пока. Пока одну сделайте, там видно будет. Если сдвигать, значит сдвигай. Я-то думал сделать одну закрутку с одной стороны. А потом доски, когда будут, с той стороны подтянуть. Закрутку закручивать всегда с двух сторон.
Маленькая. Да? Это наша. Там узелок развязывается. Десятки гнезд ласточкин. Очень им удобно. Молодняк играет. Сразу это мы из-под земли в прошлом году у Глушкова достали. Он разрушил. Он где-то насобирал, волоком приволок. Проволоку. Весь моток, да? Ну а как? А я-то думал, что ее одну. Ты где хочешь ставить? Брать прямо как схватку на столб. На столб прикрутите. С одной стороны маленько подвиньте, чтобы держала. Доски надо будет отрывать. Вот теперь. Прикрутите с одной стороны, вы увидите, что надо делать будет. Доски отрывать, говорит, надо все-таки, да? Да, две доски, да, на листок, две штуки. Вы сначала привяжите, потом отрывать. Договорились-то? Я ни разу. А как привязать-то? Ну что, надо моток просовывать вот здесь, а мы его не просунем. Ну и просовывай. Распрямить проволоку, ты просовывай. Место просовывать есть. И с одной стороны, тогда, когда закрепить ее проволоку, схватку, и подкрутить с одной стороны, столб уже повиснет. Зачем вы его так? Моток надо просовывать. Раскручивайте на все столбы, подготавливайте. Я ни разу не делал кредитов. Вот это под ногами зря у вас проволока натянута-то. Не подойти ничего. Смотай ее, Володя, сразу убери, пока беды не случилось. Горох. Он раздавил тяжелый, выдавил. Вот. Вот сейчас урожай привозить уже. Уйди-ка в сторонку. На комбайне Терентьев уже выезжает. Вот еще. И будет поступать урожай. Тут будет засушиваться. Батюшка сейчас подрезает все. Иеремия подбирает, что батюшка накосил трава мурава. Пожалуйста, это барыш. Вот он растет рядом. Если такой чистый ток получается. Так у нас в колхозе всегда было. Ну, там все лопатами резали, а сейчас видишь. Это школа, которую закрывают. Сегодня должны приехать представители из района по школе. Сообщили. Батюшка позвонил митрополиту Сергию приехать на престольный праздник. У нас 16 сентября в честь священномученика Анфима Никомедийского. Это школа, видно, готовится к встрече с гостями. Сказали, что непонятно, будут, не будут, но добились, будет. Добрый день!
Благодарим за арбуз. Долго выявляли, что дал. Не куплены ли? Если куплены, то мы его не стали бы есть. У меня ноги чистые. А. Елена Анатольевна, у меня ноги чистые. Ну, слава Богу. Слава Богу. Там у нас дело идет очень хорошо. Саперные ножицы привез. Это своя техника уже у Игоря. Вот уже пошел горох новый. Горох. Потом гречка поспевать будет, пшеница. Это потеряешь. Ну, немного. Что там? Сколько? Я сейчас прошу. Еремей, а сколько у отца гектар? А, около 200. 200, да? 300. 300? Он увеличивает помаленьку. Кто-то оставляет работу. Благословен Господь. Видишь, вот тут у него выдвинуло склад, раздавило. И сразу все бросились на помощь. Сейчас уже работает 6 человек. Притом тут работает не так, что мы отработали столько, а просто работает и все. А где-то он поможет, а он постоянно помогает. Голубям мне отходы дают. Я обошел, показал. Это Володя Пащенко подметает прошлогодний горох. Пыли сильно здесь. Пасынки надо ставить еще. Ну вот теперь все закручивает и на этом все, Игорь будет двигать тогда. Вот я про это, Сережа, говорил. Одну шарнирно. Если что-то неладно будет у него, она, по крайней мере, на этой повиснет. Она уже повиснет. А не так, что она авось-небось. Ломиком долго последний угол. Все.